Еще вчера моя жизнь шла в одном направлении. Сегодня устремилась в иное. Вчера я думал, что никогда не сделаю того, что сделал сегодня. Эти силы, способные преобразить пространство и время и формировать наше представление о самих себе, начинают действовать до нашего рождения и продолжают после смерти. Наши жизни и наши решения, подобно путям движения квантов, осознаются ежемоментно. В каждой точке пересечения любая встреча предлагает новое потенциальное направление. Мне кажется, со мной произошло что-то очень значимое.